В Рутульском районе обнаружена царская монета номиналом в 5 копеек. Как сообщает РИА Дагестан, ее во время восхождения на вершину горы Диавгай нашел альпинист Абдулар Рабаданов. Вероятнее всего, ее оставила экспедиция членов Императорского Московского общества естествоиспытателей, известного ботаника и энтомолога Александра Бекера. Несколько лет подряд он совершал поездки на Кавказ. Я нашел здесь очень редкую вещь. 5 копеек царских времен. Вот. Вот оборотная сторона. Прямо в этом месте. Найденная монета не первая находка Рабаданова во время восхождения. В 2007 году он обнаружил записку, оставленную альпинистами в горном массиве Диклас-Мта в 1939-м.